Доброе утро, 1 января, начинается со спорта. Начинаем новую жизнь, да, пап? Да, только первое. Ну, сейчас пойдем и нажрем. Да, после этого мы собрались на доедание продуктов. Ну чё? Да не садитесь вы сюда никуда. Они крашеные. Они крашеные. Чё вы делаете, моё? А, они просто раскрашенные ворота, да? Нарисованы. Ай, вот нарисованные. Так, кто давайте за кого? Мы с дядей Стёпой, а вы все вместе. Окей. Иди. Рика, ты у меня. Иду на тренажеры. На стоячие, на сидячих сейчас невозможно. Ну чё, Фонь, какой счёт? Я на этих штуках бежала. Сразу говорит, вот и их подалятьки, да? Кто там нам стучит? Да? Обалдеть, Афонечка, пошли. Так, это вот что, это Зоя микрофон, да, такой лол? Красивущий, блестит. А смотри, у меня две сестрички попали. По традиции начинаем Новый год с красной икры, да, Зоя? Из красной рыбы. Из красной рыбы, да. Ну, с шашлыка же нельзя начинать. Иди покажись. Да. Ты что, Санта? Да. Давай, пой песню. Да. Джингл белл, джингл белл. Я тут суп надо, Маргарита, есть тебе. Я! Так а ты куда, минус? Едешь? Ты едешь? Да подождите, если Серега едет, то я еду. Если Серега едет, то я еду. Серега не едет. Это точно. Я не еду. Это что, не маленькая? Ку-ку! Ку-ку! Заправки. Ку-ку. Привет, ты в шоке, Калин? Кто покакал? Кто-то Марго шутит. Миша! Давай, Миша! Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Мы с тобой снизу слепи. Крепкий, гладкий и совсем-совсем не сразу. Первый раз подбросим, а второй поймаем, а в три уроним, сломаем. Ура! Молодец! Воспитательная надлежность. Хорошо, молодец! Это дедушку, смотри, по дедушку расскажи. Этот послушайте, у меня самый длинный снизу. Давай. Осень. Давай, до елочки становись. Так подходи, Зоя. А еще есть лесу под елкой хатка. Давай. Есть лесу под елкой хатка. Там смотри, медвежат. Один не хочет спать. Маме старая дай педаль. Как пиздуля, как царапа. Оля! Алло! Папа! Ромка! Меду! Меду выпьки туда! На кому вам упались? Надо спать! Напевает? Напевает? Сыну? Напевает сыну мать! Ты уснёшь? Гони, гони! Ты уснёшь с собой! Надо молодец! Хорошо детям, как будто в новые игрушки играют. Да? В башке Гали. Вериной мамы. Все, мы домой. Тут олень какой красивый, да? Светится. Ой,
И медвежонок медом, красивый, да? Это не мой. А что это? А что там у него? Маляко! Сяду! Так, а мы уже начали разбираться с этим экспериментом. Сейчас будем все дальше изучать. Вот что у нас получилось. Слизнячок. Да, и теперь его нужно раскрошить. Давай. Так, Зоенька, Зоя, аккуратно, а то тут водичка. А вы спрятали конфеты от вас? Да? Да, вчера. Молодцы. Маме аж прилип маленький кусочек. Да? А теперь написано, что ты должен его раскрошить сюда в водичку, раскрошить, чтобы было много. Зая, раскрошить, ты понимаешь, что это такое? Мама, ну я помещаю. Ну, можно, конечно. И дай девочкам помешать. И мне дай помешать. Дай и девочкам теперь. Мам, я знаю, что я сам. Я делаю колесо, а я не колесо. Ну, как может? Дайте я, наверное. И потом красный. Мам, сними это желе. Угу. Оно соединяется. Угу. И вот теперь... А вот это какая-то мука. Да. Червячков он теперь делаем. Покажи, вот красный, длинный, это Афоня сделала червячка, да? А вот стой, меня. Дай, стой! У меня смотри, какая голова. Нет, мам, у меня голова. Ага. Дай ему зеленый, а тебе красный. Ладно. Дай ему зеленый. А где красный? А вот делай, и вот. Мам, смотри, какие у нас червячки. Пожалуйста, давай тебе зеленый. Машила. Зоя! Она смешана. Вот у меня самый длинный. Давай, 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 тяни его. Давай, теперь отпускай вверх. Пожалуйста. И нажимай. Все! Стойте, дайте. Стоп! Мам, стоп! Давай, давай, стоп. Зеленый мне? Мам, вы уже вдавили. Ну, да, я сейчас попробую. Так, сейчас все поужинаем. Снизу держи. Вот отсюда. Вот давай, рот, открывай. Я сейчас про полный рот. Это все любители крема чиз. Давай, иди сюда. А у меня крем. Оп, полный рот. Надо с конца идти. Отдайте любителю. Ты прожуй тост сначала. Полный он. Как хорошо, когда все спят, да, Афонечка? Посмотри на меня, сынок, ты спишь? А, и ты спишь? Ты в Сочи. Вот что это такое? Что это за мальчик тут бегает, а? Коля! Коля, Степан! Ой, Кар, ты что делаешь? Кто проиграл в дурака, то тот же мальчик. 14-15. А девочки делали планки. Ура! Ну давайте, что вы все вместе? Что? А он тяжелый. Да ты чего? Давайте мы сейчас дядя Сережа. Антош. Ну как оно? Хотите у нас ночевать? Да. Так, достали наш любимый матрас. Все, достали. Ну, тяните туда. Давай, Гриш, там. Ну, а зачем? Кидай его так. Ура! Ура! Батучи! Что, посредине комнаты спать? Да. Все ложатся спать? Я сейчас сюда. А я всем 4 давала подушки. Ну. Нет, а Афоня со своей кровати, наверное, еще не взял подушку? Да вот еще и с Антошина. На, принцесса. Ты ложись сюда, на эту сторону. Ага. Чтобы друг другу вы не мешали. На, 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 на. Ой, вам сейчас огоньки будут в окошко светить, да? На заборе, который. Пойдет. И снежинки. Хорошо, ложись. Во. И снежинки, мам. И снежинки, да. Вон еще снежинки. Все, спим. Спим. Уже первый час ночи.